Передо мной команда Санкт-Петербурга. Только что одержана очередная победа санкт-петербургцами. Здесь это в шведской эстафете, по-моему, да? 400, 300, 200, 100. С кого начнем? Кто первый будет? Первый этап Миша Филатов. А, Миш, как? Ну, тяжеловато, но все же как. Интересно было собрать. Все сделали нормально, да? Выложились? Выложился, но завтра еще будем бежать. Ясно. А кто второй был? Анастасия Абрамова, Оренбургская область, 2800. Все, Варламова. Разогнался за Ягбровочку, все на опыте. Все, и выиграли. 1765. Устали? Елена Мухаева, Татарстан. А кто третий был? Я был третий, да. Алина Подгорна. Вы самый веселый, по-моему, человек в команде. Самый веселый, да. Да? Самый быстрый в мире. Или самый злой? Нет, самый добрый. Александр самый добрый. Чистый спорт. Чистый? Легкая атлетика. Самый серьезно? Чистый спорт. Попал. Серьезно, да? Да. О, ясно. А я заключительный. Да. Ну, на передаче немного так маханулись, а так потом нормально. После первого дня. Ну, смогли выиграть? Конечно, завезли много. Много завезли? Очень много. А рекорд вы установили, нет? А мы первый раз бежали, это эстафета, поэтому. А, для вас первый раз такая эстафета? Дебют, и он победный. То есть будете, понравилось вам она? Антидоп, честный спорт. Тогда удачи вам, вы молодцы, спасибо большое вам. Все, спасибо. Так держать.